Больше места в доме нету, кроме как у меня на голове. Ну, единственное место, которое котенок нашел, свободное. Скажи, так удобно тут облизывать. Так главное, сел облизывается. То есть ему удобно именно облизываться на тебе. Ну, зато он так когтями вцепился, как будто он, знаешь, там за скалу какую-то схватился. И вот это вот не хочет упасть.